Как зовут, громко скажи? Влад. Пора. Пора. Самая глупая вещь, которую я совершаю в своей жизни. Так, руки в сторону, сразу лучше. Да, муж сразу все равно. Вот туда, вон туда, в том направлении. Ну как, прыгнуть или что, или просто? Лучше прыгнуть, да. Ну можешь и шагнуть, что с тобой не будет. Давайте на счет. 3, 2, 1, пошел! Вся Жека, будешь со мной бухать? Че, как думаешь, маме стоит показывать видео? Я думаю, тоже. Во втором разу. Да нет, спасибо, я точно на второй забег не пойду. Да. Все, вставай. Все, давай. Да нет, в принципе.